Всем привет! Вы на канале Дочь Ювелира. И вот сегодня мы будем разбирать телефон Philips. Называется так телефон. Красивый, уже никому не нужный. Ну, интересно, что в нем. Интересно, что в нем внутри, поэтому что внутри всяких телефонах. И мне кажется. Мне кажется, он сенсор. Так мне кажется. Ну, так и есть. Сегодня мы его будем разбирать. У меня есть принадлежности. У меня есть такой вот ножик недоделанный. Вот. Молоточек. Или как его? Ну, такой вот красивенький. У нас есть. Такой вот тоже молоток. Не знаю, что с ним. Не знаю, что с ним буду делать, но может быть пригодится. Или как там. У меня есть маленький отвертка маленькая. И для нее как будто бы насадочки такие вот. Берем телефон. Кстати, он очень красивый. Если бы он работал, я бы его себе забрала. Мы его разнимаем. Он что, без аккумулятора? Смотрите, без аккумулятора или как? Так. Бабушка, ну, теперь я не знаю, я хочу это сломать. Так раздумываюсь. Мы сняли крышку у телефона Philips, и сейчас будем проверять ее на прочность. Этот отвинем. Кстати, у нас тут есть такая штука, чтобы на ней бить мышь не будет. Вот сейчас мы будем тут бить. Так как у меня маленьким ничего не получилось, я возьму молоток побольше. И сейчас буду его бить. Я очень боюсь. Раз у меня вот молотками ничего не получилось, все-таки вот эта вот эта крышка Филипса, она прочная, вот такие вот у нее вмятины получились. Она все-таки прочная, и она довольно-таки крепкая. Вот такие вот вмятины. Довольно-таки крепкая, поэтому я буду сейчас ее пытаться руками ломать. Обалдеть, вы это видели? Обалдеть, смотрите. Она даже не полностью не сломалась. Теперь попытаюсь еще раз долбить. Возьми, пожалуй, большой. Обалдеть, какой оглушающий звук. Если бы я на крышку телефона Филипса села, то я бы ее не сломала, это точно. А еще тут такой фунт. Все-таки смогли мы его разломать. Ну, если сильно постарались. Так, ну вот и мы приступаем к более серьезной штуке. Это у нас, можно так сказать, основная штука телефона. Тут у нас винтики, я буду их откручивать. Ну,
Мне нужно взять один из них. Я попробую взять номер 3. Вот тут вот он, видите. Я вот его даже предоставила. О! А Бобус? Ну вот, я взяла, посмотрим, ли он работает. Ой. А, работает! Так, точно, я не туда. Ну, вот, я вроде бы все винтики это разобрала, открыть не могу. Давайте будем его молотком бить. Смотри, он открылся! Я хочу его дальше долбить. Вот мы разбиваем уши. Видишь? Обалдеть! Кошка испугалась. Обалдеть, вот мы разбили. Тут даже на экране, знаете что? Видно дырку. Обалдеть, смотрите, что мы сделали. Все в дребезге. Теперь есть такой вот мини будто бы телефончик. Короче, тут есть будто бы дырка, так кажется. Да, это дырка. Тут есть тоже дырочка. И желтенькое что-то. Ой, тут штука облепилась. Тут, короче, есть такая вот штука. Вот такая вот красотка. И в это можно играть. Типа, ты такой, hello. Я в телефоне. Стойте. Может, мне этим поможет, я не знаю. Я всем пытаюсь это делать. Шашлик. У меня есть новый шашлик. Смотрите, шашлик. Под названием «Разбитое стекло, но не дополнено». Смотрите, я могу раздолбить. Побольше. Давайте я тут попробую, потому что у меня не получается. Можно? А, у меня получилось. Нет. Смотрите, у меня две счастья. Тут еще не все, тут можно что-то. Вот. Обалдеть! Обалдеть, вы это видите? Я не знаю, что делать с этим стеклом. Через него даже чуть видно. Я вас вижу. Я долго не буду задерживаться, а то, может быть, какая-то пылинка в глаз попадет. Ну, не пылинка, а стеклинка. Вот так-то все выглядит. Мне кажется, что вот эта часть нам больше не понадобится. Но знаете, что прикольно? Вот такая вот, типа, штука тут есть. Она какая-то странная. Вот если бы вы могли потрогать, я бы вам с радостью дала. Она такого странного... А сейчас я беру, знаете что? Беру
этот магнит и проверяю, ли здесь есть этот... О, меня притягивают, смотрите. А, это притягивает через это. Ага. Смотрите, он держится. Он держался. Значит, тут есть железо. Ну, конечно же. А вот тут есть железо. Тут нету железа. Мы смотрели. Там, где стекло, нету железа. А тут есть железо. Ну, мне кажется, вот тут есть такая пимпочка, она очень... Цвет похож на золото, но это не золото, я знаю. Вот тут вот, мне кажется, это можно отсложить в сторонку. А тут у нас, можно так сказать, вот такие вот, тут очень много таких вот штук. Стекло нам больше не понадобится. Оно прицепилось. Ага. И это я не нашла в нем интересно. А я могу сейчас показать вот такую. Обалдеть, это стекло искажений. Давайте я вам покажу себя. Такие вы красавцы, но вы себя не видите. Я это знаю. Я себе это оставлю, может быть. О, тут такой толстый слой. Смотрите. Тут очень толстый слой. А мне кажется, будет прикольно, если я сейчас попробую его вот тут выровнять как-то. Можно? Конечно же можно, мне же никто не запрещает. Смотрите. Обалдеть! Круто! Тут у меня появилась полоска. Я не знаю, что с ней делать, но оставлю себе. Как напоминание. Мне кажется, эту пленку можно оставить. А с этим мы еще посмотрим. Просто тут есть такая интересная штука. Будто бы какой-то штука. Тут типа такой листочки, ты такой листаешь. Как-то у тебя не получится. Не знаю, для чего это все сделано. И вообще, мы тут разбили уже. Мне кажется, можно чуть-чуть продолжить. Мне очень нравится бить. Чтобы вы знали. Обалдеть! Теперь мы переходим к пластине. Тут видно цвет золота. Очень много. Всякие микросхемы. Смотрите. Вот такая вот у нас микросхемка. Мне кажется, вот это будет очень прикольно, если я опять раздолблю. Мне кажется, все. Мне охота в этом видео только долбить. А еще я узнала, что тут она такая долбится. Только я уже его купила. Все, что мне понравилось, это блестяшка. Мне понравился экран. Очень понравился. Он так прикольно выглядит. И вот, мне кажется, на этом можно уже заканчивать.
сколько было. Тут я увидела еще пару кусочков золота, мне так кажется. Мне кажется, на этом все. Всем покасеньки. Пока-покасеньки.